так и трава тоже, да, заметил? Две недели не бегали. Посохло, ага. Солнце, конечно, сильное печет, да, трава быстро очень выгорает. О, видим, ближе к вечеру начинают наши велосипедисты выезжать на прогулку, жара спадает. Три человека. Ребята, сейчас время 6:43, наверное, ехали на какой-то результат, какой-то определенный отрезок. Да, а вот отсюда мы начинали съемку. Вот. С левой стороны там мы забегали вниз, спускались, спустились вниз, на метров 50, начали съемку. Осторожно, Кирилл, бревно. И начали съемку отсюда. Это у нас было 8 минут. Ну, значит, домой нам бежать как раз 8 минут. Да, значит, получится у нас 59 минут. Время приблизительно так, как и прошлой тренировки, как я и говорил, около часа. Тут нужно осторожно, побежали. Это мост Преображенского. Высота у него 25 метров. А, подожди, давай покажем людям. О, это наш новый мост строится, сердечко колодится. Пульс, видим, 150, немножко падает, когда остановились. Такая вот высота у нас с моста. Ну, насколько я знаю, люди отсюда не прыгают, и слава богу, ума хватает. Не, не, ну что, прыгают, не все выживают. А, да, прыгают, они все выживают, да, не рекомендую, конечно. Сейчас веночек будет здесь где-то на оградке, по дороге. Да, это печально, конечно. Сколько у нас по среднему километру выходит? Мы без GPS-а бегаем. А. Мы не брали с собой. Мы только с пульсометрами. Ну, я думаю, где-то по 5.30 мы бежим где-то так. По 5.40, может быть. Мы бежим медленно сегодня, тяжело. Да. Ну и тебе после болезни, понятное дело. Чувствую. Давай, пробегай. Тяжеловато. Видим, когда останавливались, машины ездят, когда останавливались, пульс упал до 140 ударов. Сейчас потормози, покажу людям плотину с той стороны. Там у нас с той стороны плотина. Как видим. Если видно, конечно, на камеру. Вот зацепил, начали девчонки тебе кричать. Стоит только сделать какую-то жесть внимания, да?
Ноги надо снять. Работу ног. Думаю, видно. Сомитер работает. Ноги работают. Продолжаем съемку. Камера широкоугольная, будет видно все. Да, ну вот такой вот участок у нас получается где-то километровый. От дома моего товарища до... О! Благодарность. Как видим, велосипедисты едут на тренировку. Физкульт, привет. Приветствую. Велосипедисты к вечеру начинают активно ехать на Хортицу кататься. Жара спадает. Да, жара спадает. Теперь совсем нам приятно. Ну хотя сейчас, вот так, когда уже вечер, там уже начинает, как бы заезжаешь в лес, начинает темнеть, уже как бы темновато, да. Темно, темнее там в лесу, будто в лесу рано, потому что нету солнечных прямых попаданий лучей. Хотя для тренировки как это вообще не проблема, последний раз. Ну да, так оно приятно, там, кстати, да, темнее, но там видно все, то есть ты едешь, там все видно. Температура совсем спала, то есть ты, получается, грубо говоря, в прохладном месте выехал и работаешь себе. Не последний раз мы вообще с супругой тренировались, вообще по темноте бегали по лесу. Да? Да. Но мы с тобой надо будет осилить наш маршрут, этот, который двухчасовой по ночному времени с фонарями. Я Вика говорю, да, я Вика говорил, чтобы да, она, Вика говорил, чтобы она настраивалась, я когда-то поздно вечером уеду очень надолго, потому что ночью будет намного дольше наш маршрут преодолеваться. Проехаться с фонарем. Да, велофару по таким местам. Саму, конечно, совсем будет страшно, я когда-то уже выезжал, вдвоем, я думаю, не так. Я и сам, кстати, но я недалеко, я вот здесь, по этой части, ну вообще ночь. Побежали, прибегаем. 10 часов, по 7, это было. Тормози. Это было весна ранее. Так, пульс 147 ударов, 146. Сейчас у нас будет финишная горочка. По идее, он должен подняться у нас, как правильно. Если не сбрасывать темп. Кирилл, а мы с тобой не будем сбрасывать темп. Настраивайся, давай доработать ее до конца. Если не сбрасывать темп, то, по идее, к концу горки у нас он должен быть где-то в районе 160 ударов. У меня под 190 сегодня. Я думаю, что да. 195. Это подъем многовато. Как видим, 157, 158. Как я говорил, до 160, может быть, даже будет и выше. 160 уже. Пульсометр. Это много. Будем с тобой медленнее. Опять будем втягиваться. После болезни. Ну это просто после антибиотиков, Кирилл. Они всегда потом сильно по организму бьют. Я просто во время своих тренировок, когда тренировался раньше, после болезни, я думал, что я опять снова своего результата не покажу. 167, как видим, я поднялся до 167 в горочку. Ух, здесь притормаживай, Кирилл. Кирилл, все, тормози здесь. Дальше. Фух, пешком. Все, как видим, у нас 59 минут. Пульс у нас 165, 164. И начинает потихонечку, сейчас будет теперь падать, 163. Что я могу сказать про данный пульсометр? Для бюджетной модели это отличный вариант. Пульс показывает точно. Данные часы работают без сбоев. Однозначно я это подтверждаю. Как профессиональный спортсмен, был в сборной Украины. Сейчас не тренируюсь, неоднократно работал с подобными
секундомерами, пульсометрами, GPS-навигаторами. После проверки данного девайса могу сказать однозначно, что работает он корректно, четко, без боев. Как видим, час мы бегали. Надеюсь, что на экране будет видно все перепады наших пульсов. Теперь обращение непосредственно к владельцу данного девайса, к Евгению. Мы возвращаем вам вашу вещь для того, чтобы вы пользовались дальше. Если вы видите, что у вас есть какие-то сбои в пульсометре, что он у вас зависает или там не перескакивает, или перескакивает сильно много, обратитесь, пожалуйста, к врачу, обследуйтесь полностью, потому что данная вещь работает 100% правильно. Тренировку мы эту сохраняем для того, чтобы вы видели, что это мы вам отправляем именно этот пульсометр, он будет подтверждать, что это именно он. Ну, желаем удачи, успехов. Останавливаем его и сохраняем нашу тренировку. Как видим, час и 22 секунды у нас получилось. Пульс 124. И падает, продолжает падать, так как положено. Выходим полностью. Время окончания тренировки 18:54. Число сегодня у нас 12, месяц 7, год 2016. Всем удачи, до свидания.